Привет, меня зовут Остап. Некоторые называют меня Лёша. Бог называет меня сын. Меня зовут Маруся, мне 22 года, я живу в Киеве, и я работаю моделью. Меня зовут Ваня, мне 19. Меня зовут Настя, я с Украины, и мне 23 года. Мне 25 по паспорту, но я не верю в силу возраста. Образ жизни – это мое тело. Культура для меня – это то, с чем каждый должен познакомиться. То, без чего не могло существовать и не сможет в будущем существовать нормальное общество. Я душа, которая пришла в этот мир развиваться и повышать вибрацию других душ. Мне хочется верить, что оно более образованное, доброе и осознанное. Чрезмерно толерантное и любящее уникальность. Я думаю, будет более роботизировано все, но сейчас, в данный момент, больше осознанных людей, и посредством осознанности люди будут повышать вибрацию этого мира, и мы выебем этих роботов всех. Наши дети выберут спорт, а не компьютеры. Я не фанат религии, но люди посредством религии говорят часто хорошие слова, посредством молитвы утром, вечером. В жизни важно чувствовать свою энергию и энергию остальных людей. Поддержку, любовь и себя. Сила в правде, брат. Искусство для меня — это лада-квотания. Конечно же, Курт Кобейн. Why not?